Ом намах шива. Друзья, это канал Jesus and Zen, и я Артем Белый. Обзор на байк Royal Enfield Classic 500. Это байк, на котором я езжу уже 5-й год, и мне есть что о нем поведать. С чего бы я хотел начать? Это супер классический байк. То есть вот прям вот мотоцикл. Если представить мотоцикл, мне кажется, что он примерно так выглядит. Как видите, я, конечно же, его модифицировал под себя уже, да? Если говорить про какие-то технические характеристики, одностволка с двумя клапанами, очень вибрирует, очень простая, работает на 2,5 литрах масла, обычно туда заливают минералку. На самом деле не могу сказать, что очень хороший ресурс у этого мотоцикла, да, потому что детали все индийские, сделаны из индийских материалов. И ломается, в принципе, по чуть-чуть все. То есть это первый мой байк, на котором у меня лопнула рама. Некоторые современные расходники такие, достаточно мягкие. Вот, то есть нужно прям хорошенько следить за ним. Но, тем не менее, как видите, я все еще езжу на этом байке. Этот байк 2014 года выпуска. То есть сейчас 24-й год на дворе, и ему уже 10 лет. И не могу сказать, что я на что-то бы его поменял. Этот байк достаточно родной по деталям, стоковый, я бы сказал, но есть некие доработки. Изначально в 2014 году уже ставили на этот байк инжектор, и я уже поставил сюда карбюратор. Даже когда я купил этот байк, он уже был свапнут как бы на карбюратор, но достаточно колхозно, потому что одним карбюратором здесь не отделаться. Для того, чтобы все хорошо работало, нужно менять всю проводку и, соответственно, там другие уже штекеры для генератора, зажигания. И после этого байк чувствует себя постабильнее, потому что, конечно, индийское топливо, да, которое непонятно какого октанового числа, непонятно насколько оно чистое, оно засоряет инжекторы, и с ними начинаются проблемы. Поэтому этот байк очень аналоговый, и это его плюс, что если что-то где-то случится, всегда можно снять карбюратор, его прочистить, поставить обратно. Как видите, я поставил себе большой руль, потому что я, конечно, парень русский, высокий, и мне хочется сидеть с ровной спиной. Также для милых дам была изготовлена такая спинка, да, и сидушки у меня тоже немножко модифицированы, они потолще, для того, чтобы было комфортно сидеть. Также багажник. Вот этот багажник, как видите, я тоже его... Изначально эта плашка была здесь. Я его сделал побольше для того, чтобы возить свою гитару и большой багаж. И надо сказать, что Индия позволяет делать такие модификации. Потому что в России, конечно, я бы до первого мента доехал бы с таким багажником. И как-то со мной поговорили бы, наверное, по этому поводу. Здесь, по крайней мере, мы можем модифицировать. Ну, в деревнях. Я слышал, что в современных индийских городах там тоже полиция следит за тем, чтобы люди не ставили такие большие рули и какие-то вообще доработки неоригинальные. Но в моем месте таких проблем нету. Что хотелось бы сказать еще. Байк, конечно, очень вибрирует. То есть самая большая проблема – это его вибрации. Поэтому нужно следить за тем, чтобы все было подтянуто. Постепенно все разбалтывается, и что-то может сломаться. То есть ломаются и части багажника, да. И также лакокрасочное покрытие, как видите, не очень хорошее. То есть здесь, на самом деле, родная краска у байка. Я ничего не докрашивал сам, хотя время уже пришло. Как видите, здесь у меня когда-то была сумка, в которой были инструменты. И она очень быстро потрепалась, и, конечно же, потрепала краску на крыле и на вилке. Ну и среда в Индии достаточно агрессивная для металла, потому что, особенно в Гоа, здесь у нас очень соленый воздух, и мунсун, сезон дождей, очень длинный, поэтому все ржавеет. Но, в принципе, ничего, байк ходит. Он новый такой стоит в районе 200 тысяч рупий, ну, примерно такой байк. 500-ки уже не производят, то есть они уже остались в прошлом. На них еще есть запчасти, да, и надо сказать, что я делал капиталку этому мотору уже несколько раз. То есть я 2 раза менял цилиндр с поршнем, и при этом, что когда я купил байк, не факт, что цилиндр был уже поменен. То есть я слышал, что люди, которые ездили на новых таких байках, они проезжали и 150 тысяч километров, но я меняю цилиндр с поршнем раз, наверное, в 20-25 тысяч, потому что он начинает очень есть масло. Вот этот большой поршень, он раздалбывает стенки цилиндра,
и масло начинает проходить в камеру сгорания, из-за этого его уровень падает, и износ двигателя увеличивается. Поэтому я стараюсь менять масло чаще. По стандарту меняют масло через 3000, я меняю масло через 2000 и заливаю чуть подороже. Но на самом деле не могу сказать, что это сильно помогает. Все равно он иногда дымит на холодную, да, и здесь нету ремонтных размеров цилиндра. То есть меняется прям сразу цилиндр-кит с поршнем, с кольцами. Вот, поэтому лучше, конечно, почаще менять масло и ехать плавненько. То есть поначалу, конечно, когда я начал на нем ездить, я очень сильно откручивал, потому что до этого у меня был байк японский и большей мощности. Здесь я привыкал, конечно, год примерно ездить плавненько. И поначалу у меня все разбалтывалось и очень сильно съедались зубья звезд. Вот сейчас я более-менее к нему привык, он уже получше ходит. Чтобы еще такого рассказать. Колеса, как видите, здесь совершенно стандартные, спецованные. Я уже успел поменять диски, да, тормоза, передний диск и двухпоршневой суппорт. А сзади у нас барабан, который на самом деле приводится тягой металлической. Очень архаичная и выносливая конструкция. И тормозным барабаном здесь у нас является задняя звезда. То есть она же изнутри является тормозным барабаном. И последнее время колодки заднего тормоза барабанного производят такого плохого качества, они создают очень сильный шум. Также, что бы я еще сказал, да, здесь, как видите, у меня сумочка родная, Royal Enfield-овская, помогает мне возить всякий став, инструменты, очень удобно. Также с этой стороны мы видим, что здесь лапка переключения передач с пяткой, что, конечно, очень комфортно. Большой аккумулятор. Есть кикстартер с той стороны, да, могли видеть. Хотел бы рассказать также про амортизаторы, да. Если с вилкой у меня проблем особо нету, ее не хочется не дорабатывать, ее в принципе хватает. Задних амортизаторов явно не хватает для этого байка, стандартных особенно. Они стоят в районе 2500 рупий, да, что в принципе дешево. Здесь два амортизатора слева и справа. И я ставлю амортизаторы от Баджаджа 220-го, черные такие, как видите, они чуть потуже. И они могут пройти, в принципе, вокруг индийских Гималаев, выдержать. Они достаточно мощные, стоят даже еще дешевле. Да? Если родные стоят 2500 рупий, то баджашевские стоят 1900. То есть очень дешево. Как видите, запчасти здесь и расходники на этот байк, ну, максимально дешевые. Но все, что дешевое, оно не просто так такое дешевое. It's cheap, but you know why. То есть все сделано из простых материалов. Все нужно менять часто, да, на японских байках сложно представить себе, чтобы надо было раз в год менять амортизаторы. Но здесь вот реально приходится их менять раз в год. Что сказать по колесам? Сзади 18-е колесо, спереди 19-е колесо. Резина у меня 50 на 50, в принципе, байк очень комфортный. Очень удобно ездить в стойке на этом байке. То есть можно на самом деле по бездорожью хорошо кататься. И достаточно удобно ездить с пассажиром. Этот байк очень хорошо можно загрузить. То есть можно загрузить в районе 50 кг багажа, посадить пассажира, самому ехать, и он уже будет ощущаться как машина. Чем больше ты его загружаешь, тем стабильнее он идет по трассе, просто как танк. Прет 100-110, в принципе, на нем можно ехать. И с пассажиром его вибрации становятся меньше. То есть багаж и пассажир, они немножко съедают все эти вибрации, и можно дольше ехать быстро. По расходу максимум он ест в районе 5 литров на сотню, что в принципе много для такого байка. Но в среднем 3-4 литра, если ехать спокойно, он кушает. Вот, то есть вот такого бака на 13,5 литров хватает в районе 400 километров. Если ехать побыстрее, то будет в районе 350, что в принципе неплохо. Также, как можете заметить, я поставил себе такое большое ветровое стекло. Выглядит оно, может быть, странно, но мне нравится, что этот байк, он начинает с ним быть похожим на какой-то индийский бронепоезд. Мне хотелось добавить немножко ветрозащиты, потому что в Гоа очень пыльно. Также в зимние ночи у нас бывает и холодно. И, в принципе, с такой высотой ветровика я уже могу практически полностью за него спрятаться и комфортно ехать на любых скоростях. Также я могу общаться с пассажиром, не сбавляя скорости. Да. Без него я бы ехал, конечно, гораздо медленнее, чтобы можно было слышать кого-то, а с ним уже комфортнее. По поводу света.
Здесь стандартные фары, у меня стандартная лампочка. Я поставил себе на добивку хорошие такие фонарики LED с Амазона нашего индийского. Вот. Я их посадил на дальний свет. То есть, когда я включаю дальний свет, у меня горят эти желтые фонарики. Вот. И они хорошо покрывают, создают такой горизонтальный луч вдоль дороги. Очень хорошо освещают. Раньше я ставил сюда LED-фару мощную белую, но она, конечно же, всех слепит. Поэтому мне нравится вариант оставить стандартную фару и добавлять именно на дальний свет вот эти фонари. В принципе, видно все очень хорошо. И желтый свет, он добавляет какой-то яркости вообще пространству. И все становится немножко веселее. Ну что, друзья, давайте заведем этот байк и послушаем, как же он звучит. Потому что это реально красиво. Пойдемте посмотрим. Заводится он, естественно, с кнопки. Более старые версии этого байка есть, которые заводятся только с кика. Да, у нас есть и то, и то. Заурчал, красавчик, заурчал. Что, газку поддадим? Что я еще хотел бы сказать, да, по поводу руля. Вот я поставил такой большой руль. Мне, конечно, с моим ростом здесь сидеть очень комфортно, потому что стандартный руль, он пониже и поуже. А здесь прям чувствую себя царь во дворца. Вообще с яически ровной спиной могу ехать. Немножко он, кажется, маловат для моих ног. Вообще хотелось бы, да, чтобы он был чуть-чуть подлиннее. Но, в общем, для Индии, да, байк лучше не придумать, как мне кажется, в плане классических байков. И то, что у него уже нету никаких датчиков по сравнению с новыми байками, да, которые уже нашпигованы датчиками так, что без оригинального сервиса ты уже ничего не сделаешь. А этот байк можно везде обслужить, в каком-то колхозном сервисе, в любом разобраться, да или самому даже. Поэтому можно немножко проехаться, для того, чтобы посмотрели, как это выглядит со мной в движении. Погнали. Ну что, поехали прокатимся. Надо, конечно же, скинуть байк с центральной подножки. Это очень хорошо, что она есть, потому что на многих современных байках нету центральной подножки. 200 килограмм скинули. Making video about Royal Enfield Classic. I make like review, and I'm nice to see you guys. This is also Royal. Да, ребята, это Royal Enfield Classic 500. Maharaj version. Посмотрите, он золотой практически весь, изначально хромированный. Просто вот человек в поле появился на таком же байке. Посмотрите, Индия, родина красоты. I'm a landlord actually. Landlord? Ah, yes. Nice. Really? Of this place? Not this. In North India, I have nice big bungalow. Wow, Babaji, nice. I enjoy life. Wow, we see. Bro, I also trying to enjoy life through my bike after this. You will
not believe me, there is one Russian girl, 5 minutes before, I saw you. I said, wow, you was there. I done my there, then I was moving back. Then I saw you, you was there, full with light, clapping. So I come to this way, and now you see? Yeah. And this is the soul. You know soul? Soul. Inside soul, yes, energy. Yes, yes. We are all one unit, whole universe. Yeah. I work for it. Wow, Maharaj. Yeah. Wow, very nice. So, what other stunt do you do? Stunt? I don't do stunt with this bike so much. I just drive it daily, because... you know. But now we make some video, and I do ride for video. Just to make picture, you know, like this. This is best idea. See? Wow, such a shoes you have. Yeah, I like. Maharaj. Yes, but we can enjoy life. Да. See? Вау, ребята, посмотрите, вот это окончание видео, посмотрите, ну это же просто волшебство. Ом, Ом Намах Шивая. Ом Намах Шивая. Today Rudraksh first time here, you see, first day of Rudraksh. Acha. Here. Before it was not here. I just make here. Energy, 1, 2, 3, 4, 5, Russia. Russian Rudraksh. Nice. Yeah. Energy, energy. So we making some stunts, fun? Yes. Yeah. Yeah, let's make, let's drive it. Make something for world. Make the happy people in the world. You know, people want to be happy. Peace. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. And see the Shiva is there, one first star. Look. Look, whoa. There, you can see. Yes. First star, you know? First you star. See? Everywhere. Right now, there's only one. No. Wow. Love you, man. Om. Oh, yes. Мне кажется, круто, Серёга. Это топ вообще. Топ контент. Бабжи, thank you so much. You're welcome so much. You so special guest in this video. Really? Yeah. Yes. So where are you making this video? I can show you my channel in YouTube if you want. Yes. It will be during the months. I will edit and make this. Wow. Do you know one thing about me? Yes. What? I am doing tantric dance. Wow. Like this, you know. When I see full all body, you can see, you can touch it. Wow. Make the hair too. Мастер тантрического танца. Yeah. For all body.
I can do long time. Jesus. Jesus is here, Jesus, brother. Yes. Jesus is here. Yes. Jesus is here. Yes. Yes. Wow. You can see. Ребята, вы еще сомневаетесь, стоит ли ехать вообще в Индию или нет? I can't make this 2 hour continue. Yes. So my mission is, I want go. I think Vrindavan or Kashi. Mm-hmm. Want stay there, and I want this thing to develop. Mm-hmm. Continuously for a long time. Yeah. Yes. Thank you so much, Babaji. Thank you. Thank you. Nice to see you. Let's come. Wow, look, these bikes are beautiful, huh? Yeah. Beautiful. Красиво. Красиво. Так что сегодня у нас вообще просто... Two beautiful girls. Топ-контент получился. Hare Krishna. Krishna, Krishna. Har Har Mahadev. Jai, Jai, Shri Ram. Ну что хочу сказать, ребята, если будете в Индии, возьмите себе в аренду такой байк и кайфаните от этой большой одностволочки, которая так классно вибрирует и звучит как мама Индия. Поэтому всем спасибо за обзор. Рад был поделиться историей своего байка, на котором я уже немало проехал. Всем советую, ребята, здесь побывать, покататься, потому что Индия – это, и как и вся Азия, да, это мотомир. Здесь все передвигаются на мотоциклах каждый день. То есть это наш лучший друг или лучшая подруга, наш байк. Ребята, приезжайте в Индию, здесь классно. Всем ом.